Очень обидно. Прям четкое попадание. По вторую фалангу, мне кажется, палец просто куда-то в глаз залез. Всем ассаламу алейкум. Во-первых, хотел сказать, со мной все в порядке, только с глазом вот проблема, не могу ее открыть. Это максимум, что могу. Вот. Сейчас едем в больницу. Альхамдулля, значит, так нужно было. Я готовился, работал, много чего, чем пожертвовал. Просто хочу сказать вам всем большое спасибо за вашу поддержку, за то, что вы есть. Все будет дохляться хорошо. Сейчас едем в больницу, узнаем, что с моим глазом, и дам знать. К сожалению, значит, так должно было быть. Альхамдулля. Еще раз всем спасибо.